Первый, конечно, в Астраханском переулке. Вот здесь вот представитель Чеченской Республики, он туда идет. Вот. Ну, здесь, значит, что про него я могу сказать. Он находится недалеко от ботанического сада МГУ, там за этими строениями, значит, были. Ну, здесь по больнице, поликлинике, тут староприимный дом, то есть здесь магазин. Вот, вот. Так вот, в принципе, большая часть этого современное здание. Ну, вот здесь вот осталось немножко старины. Вот здесь жил Николай Узеров, спортивный комментатор. Ну, это я прочитал. Вот. Ну, вот здесь он пересекается Потапоповским переулком. Здесь вот. И идут уже такие вот кирпичные здания. Вот. Ну, здесь, вот я говорю, были, ну, как бы, можно сказать, социальные учреждения. Это вот богадельня, больница глазная. Вот, вот, может быть, что-то ее осталось вот, в виде вот этого здания. А так этот путь идет как раз в переулок, где находится ботанический сад. Протопоповым его назвали то ли в честь коллежского какого-то асессора Протопопова, то ли в честь церкви, которая здесь находилась, служил Протопопов, то ли в честь церковного звания. Ну, в принципе, вот так вот.